Кировский городской дворец культуры готовится к открытию нового 66-го творческого сезона. Стартует он уже в ближайшую субботу. Все коллективы и творческие группы сейчас заняты последними приготовлениями. Больше подробностей наша съемочная группа узнала у культорганизатора Александры Багулиной. В 2 часа здесь, в фойе нашего дворца, состоятся творческие мастер-классы. Будет большое разнообразие, и эти мастер-классы проведут наши лучшие мастера. Ну а в 3 часа произойдет непосредственно концерт, и после непосредственно концерта все желающие смогут пройти с экскурсией по святая святых, посмотреть на костюмерную, посмотреть на сцену с высоты световых приборов и посетить другие любопытные местечки. Приглашаем всех, ждем всех, и этот сезон обещает быть жарким. На главной сцене Кировска всю неделю одна за другой идут репетиции. Продолжается подготовка сценического пространства, настройка звука и света. В концертной программе традиционно примут участие все музыкальные и танцевальные коллективы, вокалисты дворца. Добавим, вход свободный.